Хм, интересно, кто это? Для начала неплохо. О? Ха. Неплохо выглядишь. Отлично. Кисточка! А кем станет кисточка? Без кисточки. А ну отдай! Да сейчас! Отдай! Что за фигня? Что происходит? Ничего, я... Да черт с этим неудачником! Не могу смотреть на его тупую рожу! Как... странно. Спасибо. Гидроэлектростанция. Бабушка мне рассказывала об экспериментах профессора Ли с энергией воды, но ничего дельного не вышло, и станцию просто закрыли. Поймал. Я пока не могу здесь рисовать. Нужна суперкраска. Да!
Любуемся лунным светом. Отличный выбор. Помоги мне! Что? Сразу два? Полегче, дружище. Сюда! Ау! Хватит уже этих пряток! Поймал! Получилось. Эй, да где же он? Что это значит? В стране много не бывает.
нас гости. Иди сюда! Иди сюда! Ну, почему сейчас? Сейчас с ним разберемся. Эй, держите его! Тебе конец, малыш! Хватай! Да! Не упусти его! Вперед! Я отстань! Его пойму! Отстань! Где тут мусорка? Нет! Ну, зашибись! Да что с ними не так? Ну вот, суперкраска кончилась. А вот и соседи. Все равно найдем. А вот! Черт, заметили! Чертов труп! Хватай его! Что вы делаете? Догоните его! Нет! Ну, зашибись! Ну и гадость. Опять 25. Куда собрать? О, нет! Слишком тормозные. Он точно где-то здесь. Хватит играть в прятки! Куда он дел? Нам и так есть заняться. Что я нашел? И что это там такое? Ай! Кто-нибудь видел моего духа? Опять они. Эй, кто-нибудь его видит? Правильно, не высовывайся. Я сломаю эту дурацкую кисть, а твою башку! О, выглядит интересно. А все потому, что нас больше.
Круто. Вот ты где. Блин, они повсюду. Здорово. Я здесь. Не поможешь мне? Не поможешь мне? Эй, сюда! Помоги мне! Может, не заметят? Иди сюда! Я здесь! Ау! Сюда!
Стоит не отвернуться. Эй, где ты? Полное небо звезд. Прям как у Ван Гога. Этот район украсили. Что дальше? Суперкраски нет. И что теперь? Ну ладно. Ну привет. Больше суперкраски. Сюда.
Помоги мне! О, опять они. Класс. Плохо дело. Кажется, я их... Хватит убегать! Даже улекухи мозгов. Вперед, короче! Удрал. До скорого. Иди там, и что скажешь? Я здесь. Им заняться больше нечем. Вот же придурок, слоняется тут со своей кисточкой. Нет. Слабак. Нет. Эй, погнали отсюда. До скорого, урод! Вот почему они такие вредные. Но это их не оправдывает. Суперкраски больше нет. Как-то так. Привет. Это что-то вроде электропогрузчика. Эй, осторожнее! Не любишь мокнуть? Думаю, профессор Ли что-то обнаружил. Ну, красота же! Суперкраска? Не откажусь.
Суперкраска закончилась. Эй, сюда! Все, больше ты за руль не сядешь. Суперкраска к бою! Тьма не устоит. Спасибо! Ну, что скажешь? Спасибо. Осталось еще два. Почему бы и нет? А на том конце провода кто-нибудь есть? Ау! Не поможешь мне? Я здесь. Нужно привести сюда дух. Эй, сюда! Еще один.
Отлично! Опять они. Я проголодался. Вали отсюда, чудила! Одна ты не скроешься! За ним! Сказали, вали из города, что непонятно. Не догнали. Краски не осталось. Он уходит! Плохо дело. О, нет! Да поймайте уже этого неудачника! Давайте его поймаем! Эй, хватайте его! Ай, да ну его! Ты даже рисовать не умеешь! О, я давно тебя искал. Отлично! Пора браться за шедевр.
Опять эти уроды. Неудачника! Он быстрый! Чертов друг! Хватай! Почти поймала! Бежим! Бежим! Хватайте его! Как помчался! Не упусти его! Вечно будешь бегать! Хватит убегать! Вместе мы его поймаем! Пора ему навалять! Когда-нибудь ты выдохнешься! А он быстрый! Тащи! Отвали! Его сюда. Иди сюда, ныти! Нет! Ну, зашибись. Им заняться больше нечем. Конечно, почему нет? Ау! Да ладно тебе, не растаешь. Как тебе? Как не вовремя. Кажется, он вон там. Он уходит. Ты всегда будешь его там. И не возвращайся. Не дайте ему уйти. Почему сейчас? Вы выкусите. Я бы предложила тебе там поиграть. И как рыба. Он выставляет нас слабака. Ох, далеко лететь. Тут же заморыш мелкий. Чуть не сорвался. Он наверняка где-то рядом. Прячется только с руки. Беги, не возвращайся. Ух ты, какой вид. Похоже, тьма наконец отступает. У тебя и впрямь отличный вкус. Эй, не пугай чаек.
Прогоним тьму и украсим гидроэлектростанцию. Интересно, что бы на это сказал старый профессор Ли? Суперкраска закончилась. Неплохо, да? Вот только закончу еще один шедевр, и в город вернется свет. Ну, и тогда эта темнота будет нам не страшна. Ха-ха! Слушай, ну ты вертлявый! Ладно, не обижайся. Ты просто так мечешься, ну знаешь, прямо вжик, вжик, вжик. О, ты будешь вжик. Итак, куда теперь? Ага, похоже, нам в акваторию. Луна, ты чего? Что это у нас тут? Ну-ка посмотрим. Интересно. Сюда! Прикольный зонтик. Этот день я никогда не забуду. Фу, какая противная вода. Молодец.
Дух трусишка. Надо изобразить это на стене. Что, Эш? Не пролезаешь? Что-то уронил. Эй, он уходит! Беатрис, ты упустила его? Эй, ты в порядке? Да. Ого. Беатрис пришлось нелегко. Иногда я забываю, как мне повезло с родителями. Воняет прямо как в мусорке.